И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, шимпанзе залазит на ветку. Анимация, в принципе, есть, да? Теперь нужно, чтобы она спрыгнула с ветки, потом приземлилась. Так, здесь уже будем экспериментировать. Так, оставляю вот одну вот эту покадровку, значит. Залезла, допустим, обезьяна на ветку. Ветку, кстати, я скачал в интернете. Ничего так симпатичное. И нам нужно что сделать? Сначала, чтобы обезьяна как бы развернулась, да? Так, сначала она должна, наверное, подняться. Так, тройка на нампаде, значит, вот так ее вытягиваем. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что это получается? Нам нужен пятый теперь кадр, значит. И вот она забралась. Значит, она тут подтягивается на эту ногу. А эта нога уходит, ну пусть вот сюда. Вот так. Теперь что? Это дело должно сделать. Так, эта нога пускай здесь будет пошире. Так, позвоночник. Позвоночник перекручиваем. Так, здесь тоже выравниваем. И значит, обезьяна у нас вот таким вот образом прикрепилась. А, прописка и... Так, есть такое дело на 10-м. Давайте на 10-м, если что, потом тут раздвинем по кадровку. На 10-м она ловит упор. Так, семерка на... Так, можно и дерево пока нельзя отключать. Можно сделать вот таким вот образом. Значит, зайти, выбрать дерево, зайти, так, выйдет мод. Тут тоже у меня что-то все барахлит, не могу ничего выбрать. Ну ладно, нужно, короче, блендер, наверное, он показывает, Python, Python какой-то подключен или что там. Ладно, пускай ветка будет. Нужно, короче, скачать заново, наверное, блендер. А этот уже с ошибками просто удалить. Так, файл, опять же, PostMod. G вытягиваем на эту ногу. Оттягиваем, значит, обезьян подальше. Так, а у нас что тут, нога не стояла? Вот так. Короче, вот эту штуку надо развернуть. Значит, R. Разворачиваем обезьяну. Подтягиваем ее, значит, поближе и чуть припускаем. Ну и голову, конечно, нужно повернуть. Она ж куда-то будет смотреть, куда прыгать. Так. И вниз вот так. Во. Можно даже еще вот этот вот позвоночник дополнительно перетянуть. Как-то этак. Как-то так. И значит вот эту клешню чуть тоже убрать. Во. А, и смотрим, что получилось. Типа она вот подтянулась, развернулась. И давайте где-то на 20-м кадре, чтобы не заморачиваться с переходом, сделаем вот эту вот
по кадровку пятую Shift D, копируем на 20-ю, так, M панель, скринкаст кей забываю опять же включить, на 20-ю перетягиваем G, отводим обезьян, семерка на нампаде, так, здесь уже дерево можно отключить пока. Идет перекрутка. Так, теперь это идет вот так. Ноги идут вот сюда. Эта нога вот сюда. Так, что у нас тут с коленями? Колени чуть-чуть тоже подкручиваем. Так, R. Идет перекрутка позвонка. Где-то вот таким вот образом. Здесь теперь эта лапа сюда. R. Перекручиваем вот эту штуку. G. Уводим ее повыше. Вот так как-то. Так, и вот эту штуку тоже вот таким вот образом лапу перекручиваем. R сюда, G чуть-чуть в уклон. Вот так он прыгать не может, значит он должен быть согнутый. Так, теперь колено вот это G выпрямляем. И пальцы, вот эти пальцы делаем ровные. Надеюсь, меня хорошо слышно. Немного походу подпростыл. Вот, позвоночник чуть наклоним. Так, одна рука идет повыше. Так, это значит ключица назад. Ключица назад. Ну, я думаю, симпатично так установлен. Так, и можно даже на еще R побольше. А, и прописка прошла. Теперь можно дерево включить и поймать вот этот 15-й кадр. Здесь его перекорежило. Так. Перекорюжило-то его, в принципе, и правильно. Так, а ну-ка. А, он прыгать должен на эту сторону. Ну, давайте-то вот этот Shift D скопируем на 15-й. Мы будем его химичить. Значит, как я себе толчок представляю. Давайте посмотрим. Толчок, это немножко он должен как бы таз еще присесть. Рука вот эта вытянуться вперед. Так, вот сюда вот так отойти в бок. Голова должна R приподняться. И вот этот таз G. Вот сюда вытянуться, а вот эта нога, значит, должна перекрутиться R в эту сторону. Ступня тоже перекручивается, пальцы само собой выравниваются. Эта рука на повыше должна идти. Вот так. И вот эта рука, значит, отцепляется и должно это все как-то на вытяжку, что ли, быть. Так, а вот эта нога вот сюда, наверное, поближе. И
идет перекрутка, R позвонок тоже перекручивается. Ну, думаю, вот что-то начало толчка должно нормально пойти. А, и тогда 20-й кадр, как я и думал, я передвину где-то до 30-го. Так, теперь 15-й тоже G я передвину на 20-й, а здесь должна еще штука такая быть. Как бы, так, он должен чуть-чуть приподняться. А, так, нога еще должна, не, ну она на ветке стоит, нога. Так, он чуть-чуть приподнимается, значит, на ноге. А, и тогда 20-й мы еще отодвигаем на 25-й. И, значит, 20-й, здесь уже 20-й. Прижимается. Так, рука не может быть в одном положении. G. А, и прописка. Смотрим, что получится. Значит, так, он залез. Зафиксировался. И вот здесь его начинает опять коробить. На 25-м. Значит, так, 25-й он подальше должен быть. Здесь нога. А, так, пардонте, Ctrl-Z. Ctrl-Z. Это все правильно. Только, наверное, еще вот этот. Так, тут нужно. Эта рука как бы поровнее должна стать. Так, он прыгает, значит, искривляется в эту сторону. Голова уходит в эту сторону. И рука G вперед вот так толкается. А, и прописка. Вот это мне тоже не нравится, вот эта перекрутка, вот это прям ужас. Ну, давайте посмотрим, что с ней можно сделать. Значит, так, опять я ветку пока включу. R идет перекрутка. Кисть тоже назад перекручен. Так, таз. Семерка на нампаде, значит, R. Значит, R. Так. G. R, нога тоже перекручивается. Тоже нога перекручивается. R. G поднимается. Кисть тоже перекручивается. R, тело побольше как бы искривляется, уходит вот так вот сюда. Значит, таз тогда как бы выравнивается. Рука выходит в эту сторону, вперед. Голова поворачивается в сторону прыжка. G, кисть, значит, поднимается. И вот это все дело. R наклоняется вперед вот так. Во. Вот так как-то чуть-чуть к этой лапе, наверное. Так, а эта лапа поменьше такой изгиб. Так, а вот это R сверху. Так, это значит G.
чуть пониже. Ну, короче, вот такая лоботня. И эту, так, погоди, вот эту голову поближе к этой руке. Во. Так, что тут с ключицами? Эту ключицу чуть-чуть назад, а эту чуть-чуть, значит, вперед. Во. Так. А, и прописка. А ну-ка. Так, теперь тут коробит. Смотрим. Так. Копируем 27-й Shift-D поближе к 30-му. Колесиком растягиваем. 20-й, 25-й, 30-й. Вот здесь вот слишком много заморочек стало. Так, это значит G на 29-й поставим. Не нужно. Так. Угу. Отлетает. Вот эту, значит, подальше надо и уже пониже. Он как бы уже идет на приземление. Так, а, и перепрописываем. Тогда, если мы вот этот удалим, кадр 29-й, нам нужно 28-й подкорректировать, и в принципе будет нормально. Не знаю, что, почему у меня такая штука происходит с этим блендером. Почему у меня так кости выкручивает зверски. Так, таз, 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 таз. Тут главное таз перекрутить. Так, и таз вернуть назад. Так, а таз я походу крутанул. Так, тут что-то с ногами, да? Так, ноги, ноги, ноги. Почему вы так перекрутились? Так, выбираем, давайте начнем вот с этой ноги. Значит, R. Ага. R. Перекручиваем. Во, как она. И вот сюда теперь. Во. Так, кисти рук. Рук, вот эту кисть руки тоже R перекручиваем, значит G идет, она уже должна как, не знаю, вот так еще стоять или как. Так, сейчас найдем вот эту ногу. Так, куда ее перекрутила? Назад. Так, здесь она стала. Во. И тогда что-то у нас тут с тазом. Так, таз возвращаем на место. Нифига позвонок перекоробило. Так, это значит G. Это сюда. Значит, руки надо чуть вперед.
Так. Таз еще надо крутить больше. Так. И вот так вот. R, шею сюда. Перекрутка позвонка в эту сторону. Голова на место. Так, что тут с ногой? Опа, опа, опа-па. Наверное, что-то такое должно выйти. Ну, не факт, а ну-ка. А может и так должно получиться. А, и прописка, что получится. Вот эта рука сильно натянута. Во. А, и прописка. Так, и вот еще в чем вопрос. Где-то он должен тут прогнуться. Вот здесь, наверное, он когда прыгает, вот здесь он уходит. И значит, вот это дело G я еще перетяну, наверное, на 35-й кадр. А здесь, получается, он должен продвинуться. Ну, в принципе, вот это вот тоже имеет право такой прыжок быть. Вот такой прыжок. Значит, да. Так, вот здесь вот тут слишком близко, но растягивать здесь уже не получится. Это как дополнение. Так. Вот единственное, что 35-й кадр, 35-й, я могу еще дальше отвести. А, и получается тогда, здесь, вот здесь я растянул, видите, заторможенность идет. Значит, вот это все G я подтягиваю назад на 30-й, и тогда получается... Что получается, давайте смотреть, короче. Все, вот этот идет прыжок. Надеюсь, по кадровка не сильно быстро. Если что, можно будет это все дело еще растянуть. Нужно сделать рендер и посмотреть, что получилось. Так. Толчок. Вот этот толчок чуть подальше, и получается нужно вот эту лапу, значит, еще больше вытянуть. А, так, рука тоже больше вытягивается, и вот эта рука должна больше, о, вот таким вот образом, значит, подтянуться. Тогда получается 27-й кадр, это уже идет где-то вот сюда. А, и. И здесь нужно их двигать. Здесь они слишком, здесь вот уходят нормально по расстоянию. А этот слишком близко, вот здесь вот все кадры.
И получается, я вот так сейчас сделаю. Значит, приблизительно нарисую дугу. Вот так. И по этой дуге попробую все это дело установить. Значит, идет прыжок, отрыв. Потом здесь еще прогиб можно добавить побольше. Так, потом он идет в сужение. Так, G уходит сюда. А, и прописка. Дальше этот R чуть перекручивается. G уходит где-то пониже, а и прописка. И вот этот кадр, это уже ближе к приземлению, наверное, где-то вот здесь. А и прописка. Так. Нужно прописать вот этот кадр. Так, так, так. Лапы здесь, вот лапы идут вперед. В принципе, да. Он как бы прыгает, и лапы вперед. Но они должны быть G и вот так вот подтянуты. Вот таким вот образом. А, и так, еще порисуем, значит, один, здесь второй, здесь третий и здесь четвертый. Так, значит, теперь как бы здесь расстояние нормальное. Так, а ну-ка, на первый кадр, где торможение идет. Так, завис идет, а потом ускорение, падение, значит. Двадцать девятый и тридцатый, они, в принципе, рядом должны быть, да? Ну, давайте еще этот подальше отодвинем. А, и замедление, прыжок, ускорение. Ну вот и так как-то еще можно, значит, еще один сюда передвинуть. А, и. Двадцать восьмой, значит, тоже создать какое-то движение в воздухе. Это значит R еще больше передвинуть и чуть-чуть еще создать движение А, И, чтобы он постоянно двигался. Так, это получается здесь, а здесь идет стопа. Значит, этот G еще подальше уводим, А, И, прописка. Этот еще, значит, пониже. А, и следом идет G еще пониже. А, и. И 32-й, в принципе, так, еще подальше. А, и. Так, стираем теперь стёркой вот эти все ненужные штуки.
Все нормально. Отключаем видимость костей. Move. Ставим 32 кадра. Enter. И получается, что слишком быстро он прыгает. Значит, первые кадры еще нормально, а вот эти кадры нужно растянуть с 25-го. Делаем, ставим на 25-й и жмем клавишу S и тянем где-то до 40-го. Ставим 40, Enter. Смотрим, чтобы ничего тут не перекривило. Вот, вы видите, тут идет уже ломка, здесь идет нормально, здесь идет искажение, здесь тоже искривление, здесь нормально. Вот менять нужно, поправлять вот это вот движение, значит, позвонков. Так, опять лапу перекручиваем. Так, лапу можно еще пониже теперь опустить. А, и здесь теперь лапы G, R можно тоже пониже. Он бы как бы уже летит. Позвоночник теперь перекручиваем R в эту сторону и немножко вот так. Создаем больше движух частями тела. Так, кисть рук R вперед. Так. Вот таким вот образом. А, и прописка. Так, на 37-м, значит, опять идет поправка. Это значит R. Так, ладно, R. Хорошо бы... Значит, что тут хорошо бы сделать? Хорошо бы тут... Хорошо бы тут, значит, что-то этакое в эту сторону. Тогда эта лапа идет поближе сюда. R идет так. Позвоночник же в эту сторону должен быть, правильно? Значит, вот так его перекручиваем. А голову чуть-чуть назад. Так, кисть руки тоже поломалась. Не суть вопроса. Поправляем, расслабляем. Так, G. Лапы еще. R вперед. И вот эту R вперед. А, и прописка. В принципе, все нормально. Так, это и тоже прописка. И прописка. И добавляем больше кадров. Ну, по крайней мере, тут вот. На вот этой движухе. Сейчас надо посмотреть, как это все дело будет смотреться.
40 кадров, это 2 секунды. Так, 25 и 25. Так, желательно все, конечно, растянуть. И раз. Это секунда. Ну да, в принципе, 2 секунды будет нормально. Даже... Нет, тут смотря с какого угла, смотрите, вот с этого нормально, где он уходит. Где не до конца покадровка. Можно вот еще что сделать, смотрите. Так, вот эти кадры выбираем. Значит, здесь он залазит, тут у него замедление какое-то идет. Так, тут он думает. И с 10 кадра можно еще раз S сделать до 50. Вот как раз будет 2 секунды. Ставим 50 кадров. Enter. Вот уже получше. Тут опять же нужно смотреть, как вот это вот весь переход будет. Так, здесь идет перекрутка. Главное, перекрутка идет. Ну, в чем косяк, что таз не перекручивается вот здесь. Давайте попробуем перекрутить таз. Так, а раз таз будет перекручиваться, то тогда... Так, вот эта вот косточка G сюда уходит. Таз в одну сторону, тело в другую. Ну, короче, где-то вот такая штука должна получиться. И вот эта рука уходит даже кверху. Во. А, И. Тогда нужно какие-то кадры поудалять. Ну, давайте вот 37 я теперь удалю. Вот здесь рука на месте висит, на 40-м. Такого быть не должно. Должно происходить движение. А это тогда кверху чуть поднимается. И когда он падает, ноги у него напряжены. Вроде тут больших движух не должно быть. Перепрописываем. О, лапы движутся. Все, одна зависает, движется, вторая вытягивается вперед. А вот здесь уже вот такого быть не должно. А почему не должно такого быть? Потому что нужно теперь удалять ненужные кадры. Значит, если здесь идет падение на 40-м, на 40-м нужно вот эту ногу увести в бок. А, и тогда получается, оставляем 44-й. Или даже 45-й, вот эти два можно удалить. Посмотрим. Вот, здесь его уже не ломает. Здесь уже получше проходит дело. И обезьян прыгает вниз. Руки правильно растягиваются. Здесь можно еще на 48-м. Все-таки задать движуху поворота, разворота, он как-то должен выравниваться. А, и тогда 50-й меняем, этот удаляем 49-й, и на 50-м тоже все это дело корректируем. Значит, R
в эту сторону как-то выровняться должен, наверное. Так, G. Лапы вперед. Эта лапа, значит, тоже вперед. Даже ее повыше. И чуть-чуть перекрутить кверху кисть. И ноги здесь уже должны, наверное, как бы вот так вот вытянуться. Во. Тогда таз еще перекручиваем. Так, перекручиваем. Позвоночник вот сюда. И значит голову. Это все шея. Так. Шею выравниваем. Ключицу, значит, и эту тогда нужно задрать. Вот что-то. Так, тогда вот эта лапа перекрутилась не туда. Ее уводим вот в эту сторону. Или даже они как-то, наверное, ближе друг к другу должны становиться. Вот так вот. Ну да. А, и смотрим. Ну, это вот один способ, короче, что вот он просто прыгает, да? Можно еще вот здесь вот поставить, чтобы лапы назад, позвоночник перекрутился. Но это я сделаю еще один вариант прыжка. Итак, вот такой результат. Все, всем пока, до свидания. В следующем ролике приземление и потом уже бег. Лазание и так далее рассмотрим. Ну а это все буду потом еще шлифовать, корректировать. Ну, в принципе, получается.